Депутаты Мособлдумы от «Единой России» прокомментировали ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Так, Дмитрий Голубков отметил важность заявления главы государства, которое касалось продолжения реализации программы по социальной газификации, которую правительство по поручению президента России сделало бессрочной. Еще один важный тезис главы государства – бесплатная газификация социальных объектов. В Московской области активно развивается именно социальная сфера, строятся новые объекты, модернизируются существующие. Поэтому решение очень своевременное, подчеркнул парламентарий. А первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина отметила важность акцента в послании президента на новых мерах социальной поддержки. В частности, создании специального фонда, который будет координировать адресную помощь ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов. Это не только социальная и медицинская поддержка, но также и психологическая помощь, активное содействие в решении вопросов реабилитации, в образовании, трудоустройстве и других сферах.